дети ночи, вы на канале Vampire Look, и сегодня мы с тобой смотрим Фараон Рейдж мод. Да, мы собираем еще одного покемона, Фарамона, пускай, да, у нас остался Рейдж мод и Уаджет. Уаджет мы с тобой будем смотреть вместе, ты помнишь, на стриме, да, когда будет стрим, я заранее напишу. Короче, да, 7 песен, в Джинниси тоже, да, в Джинниси тоже 6-7 песен, да, и он идет с Айсикс Уаном, да, одну песню мы уже с тобой слышали, 1800 Siemens Sixon, ну, короче, я не помню ее, да, это самое интересное, это самое главное, как мы с тобой будем слушать по нашей любимой методике, музыку, флоу, какую-то мрачноту будем искать, ждать, куда же без нее, да. Текст немножко пообсуждаем, да, если будут такие интересные, прям интересные темы, да, я не знаю, будем ли мы слушать песни до конца, потому что они длинные, может быть и будем, да, если что, вот фараоновскую линию послушаем, а дальше пойдем дальше, да, ты скажешь, ну как так, хочется на самом деле все успеть, все обсудить, да, и не так много времени на это потратить, да, потому что все-таки Уаджет, вот к Уаджету я буду прям серьезно относиться, вот сколько надо будем с тобой сидеть, так что ты готовься заранее, да, но для начала, перед тем, как мы будем смотреть с тобой Rage Mode, подписывайся обязательно на канал, потому что 72%, да, 72% смотрят без подписки, да, а мне нужно, вот прям нужно, чтобы ты прям вот прям сейчас нажал подписаться и стал моим, да, Gothic Life Child, так что окей, подписывайся, а мы едем from dusk till dawn, от заката до рассвета. Ага, психотропные что? Окей, я готов. Я готова. Ветхие диваны, я буду Джим Моррисон, блант огибают промокшие волосы, лед миллиграмм, это чертова сухо, мне нужно взорвать в этой чокнутой суке, чопятся звуки, я вмазал еще пару, не хочу есть и пить, мне важнее товар, я беру телефон, это кухня, готовите шишки, что клали мы в ящик Пандоры. Капли чистой поли на устае, тела в поту, покажи мне путь, изгибы ее тела до хрустальных. Хруст костей, и я трепую. Смотри, тут никого уже нет. Они еще не знают, что теперь служат мне. Ты вошел через боль и уйдешь ту же дверь. И ты думал о кисках, когда кушал две. Муравейник мир остыл, и мои нервы оголили. Снова искры поджигает лес. Мои страхи есть другая сторона монеты. Никогда не верил в призраков и прочую хуйню. Запреты демонов и поебени. Весь этот ебучий бутафорский от меня всегда смешил. Я верил только в дело и добро. Моя способность это делать логикой событий. Не веря в душе к нему, я понимаю, что все зло. Люди придумали, чтоб тупо было, что бояться. Одному все субъективно, как понять. Я думаю, всего все странные скелеты. Мрачная одежда, это все шум, который не способен двигаться. Мой страх это животный мир, который выпить это добро на выводе. В Москву я изнасиловал 14 детей. Я был безнаказан и продолжил так выбирать. Мазал сухой, не трогай твой колотужился. Резал их против сладания. Тужился я не хотел, но эффект остановлен был после безумия. Ну же давай их родители всяко наплакали. Чертовы дюжины слов как оружие. Я не хочу, я не могу. Этот помог из крови и лужи и слез. Я опять на полу, опять на полу. Да. Да, мрачно, тревожненько. Меня такой расклад очень устраивает. Окей, песня хороша.
С самого первого трека, да. Но я все равно, знаешь, лишь жду что-то, что прям вот вообще максимально сочлось с моими особенными вкусами, да. Так, окей, мне вот интересно больше. Ну, короче, да, здесь напишут нам... А подожди, обычно бывает, знаешь, как? В About пишут. Глеб и Федя рассказывают, что с ними происходит под воздействием психотропных веществ. Да. Да, это мы уже на самом деле много раз слышали, но мне больше интересно вот. А, мой страх — это живот мир, который победит добро на выводе моем мозгу. Ага, Айсик не боится ничего, кроме своей второй стороны, личности убийцы, которая старается держать контроль. Я бы сказала, что ну, страх — это животный мир, который победит добро на выводе моем мозгу. Просто знаешь, как вот фишка в том, что давай вспомним немножечко, да, немножечко устройство эволюции, да, чтобы человек выжил, как вид, да, эволюция такая подумала, надо, чтобы он не сдох, да, чтобы, главная тема, чтобы он не сдох, а что же нужно делать? Нужно, чтобы он любые негативные моменты видел, прям вот видел самые первые, чтобы они орали ему, да, он жил, ты там жил у себя, в пещере 100-500 лярд назад, да, и самое важное для тебя было увидеть, что там где-то волк идет, или там молния сверкает, да, и ты ждал везде негатива, да, это животное, твоя сущность, которая никогда не убьется, да, и сейчас, конечно же, негатив не в очень правильную стезю ушел, да, как бы уже не надо бояться волков и молний, да, а все равно из-за этого происходит всякие там пессимизм, тревожные расстройства, да, ну как бы это правда, зло побеждает добро по одной из простой причине, надо выживать и видеть все варианты негативные, на всякий случай, на всякий пожарный, да, вот такой вот расклад, так что я считаю, это здесь тоже есть, ну, а вот здесь уже что-то интересное. 14 детей, я был безнаказанный и продолжу так лавирую. Мазался кровью ребенка, я плакал от ужаса. Резал их плоть, и все дали тужился. Я не хотел, но эффект восстановлен, но был после безумия. Ну же, давай, непонятно. Айсик, снова показывает свою вторую сторону. Убийцу, который совершает зверские преступления. Этот образ сформировался у него еще с релиза Шелби. Хорошо, интересный релиз Шелби. Жестко, да. Это как бы то, что с ним происходит после трипа. Угу, интересно. Сам, нежели вот... Саморазрушение. Вот, кстати, знаешь, как интересно, вот в некоторых книжках пишут то, что вот жажда к саморазрушению, это как раз она порождает жажду убивать. Вот так вот, типа ты и себя разрушаешь, и убиваешь других, да, так что вот наркота и убийство, это вполне связано между собой очень сильно. Так, что тут еще? Ну, давай пока не будем сильно вникать в подробности. Ну, короче, тут понятно. Наркота, и я тут ею хруст костей, короче, там, наверное, про сучку. Глеб описывает занятия сексом с девушкой под воздействием веществ. Он хочет, чтобы их мысли и разум слились воедино, словно тела, и девушка указала им верный путь. Да? Я поспорю. Тело в поту, покажи мне путь, изгиб ее тела, так хрустальный хруст кости, я трепую. Наверное, знаешь, как он перекурил, и ее там адски бьет. Бьет ее, а она тоже подкурила, ей норм. Короче, поломанная вся выйдет, причем поломанная не только психологически, но еще и физически. Интересная песня, да. Enemy of the State, враг штата. А, государство. Нас не найти не в аду. Даже моя семья не знает, я как самозванец. И определить мой номер можешь не пытаться. Я скрыт даже от федералов. Тебе не достать, меня не поймать. Меня не видят, легко понимать. Вашу люди я совсем одичал. Как так? Хакеры мои друзья, хлам. Все талибаны со мной готовы рвать. Дай им команду. Я подрываю со
сознание детей. Я массовый суперфашист, я гиперзлодей, я турбоубийца, как 90-х дельфин. Пошел-ка ты нахуй, мудила. Моя ручная кобра знает все мои секреты. На трубе фараон спросит. На хвосте федералы, за окном федералы. На хвосте федералы, за окном федералы. Заруби это на суд, сука. Все мудила на гадже. Тебя никто не накажет. Не поминай меня в суе. Куда ты, сука, бумажный? Запасная труба при мне. Я летаю, мне равных нет. Парни в черном пасут подъезд. Через крышу вот это флекс. А если колесу жуете внимательно, не выходи за песок на все скатерти. Два ты за мной присылали карателя. Смог и покой, а то станешь наслагательным. На хвосте федералы, за окном федералы. На хвосте федералы, за окном федералы. Хорошо. Ну, в принципе, знаешь, нормально даже. Хорошие песни, да, бывает, знаешь, от некоторых песен прям вот они однообразные, и ты как бы ждешь, когда она кончится. А здесь как бы я думала то, что длинные будут, и если они будут длинными, но не на одном формате и такие вот легкие, то это будет круто. Конечно, будем слушать все до конца, да. Что тут интересно? «Враг на государство» я не смотрела, но я знаю про него, да, то, что Уилл Смит и Джин Хэкмен, не знаю Джина Хэкмен, да, Уилл Смита знаю, как же его не знать, да? Да, он там был врагом народа, и, наверное, здесь о них, да, да, полиция гонится среди Цифрона Мессика, потому что, да, Уилл Смит тоже был врагом народа, но сначала, по-моему, он был... Он работал на это государство, по-моему, как-то так. Или наоборот, он вообще какой-то левый парень, и тут внезапно, знаешь, просто работал сам по себе, и тут он стал врагом государства, за ним все стали охотиться там. Полиция, ФБР там, и все подряд, да, и он там бегал, скрывался, как-то спасался, да. Но здесь они выбрали, конечно, да. По музыке. Музыка бомба. По одной простой причине. Она вот бей. Знаешь, она такая вот... у нее такая тун-тун-тун-тун-тун, да, то есть как будто вот в бой, да, вот бьет каждая вот эта нота, она как бы дает такую энергию, они еще вот вокалом, они подчеркивают это вот, вот этот бит, да, там, на хвосте федералы, за окном, да, вот, вот такой, таким хором, да, то есть когда музыка вот такая вот, прерывисто, и линии тоже вот такие вот, оно двойной эффект дает, да, как будто ты там что-то бьешь кого-то, да, и это крутое состояние, ощущение, потому что я под музыку прям, вот, например, я рукой там, обычно, знаешь, эмоционально прям вкладываю все, я прям чувствую, у меня прям такое классное ощущение, на самом деле, попробуй, знаешь, эмоционально прям хреначить под такую музыку, и тебе прям классно, кайфно под такое, да. По одной простой причине. Рваный бит, он за счет этого, за счет сэмпла, да. Тун-тун-тун-тун-тун. Да, и, конечно же, линии выбраны очень круто, да. Даже когда переходит на очень быстрые такие моменты, все равно оно попадает идеально. Вот когда идеально попадает вот в этот метроном, это очень приятное ощущение. Прям услад для ушей, да, для мозга, для всех там подряд, да. И поэтому такое крутое состояние, да, стоит еще состояние, да, враг состояния. Окей, едем дальше. А эту песню мы слушали, послушаем еще раз. Потому что я ее не помню. Пой. Hotline Miami 2. Не играла. А-а-а! Все, вспомнила. Thank you.
делом порезанным богом наколок. Три стрелки петрила, я мертвый кулак. А лицом вниз тварь, это молодой джанг. Это на ладонь взяв среду на район дрянь. Дело выдает грязь, ты не научился. Ты не получил часть, пока Дженни и Исаак. Она хочет айфон, но звонит лишь насильно. Слушай сюда, сука, это очень некрасиво. И блум вообще не точит рядом с той с керосином. Если я на сцене курю, что там тупо Хиросима, тварь. Собрали, навык меня не касается, правда. Я как Волгалы вернулся обратно. И в этом мой навык меня не касается, правда. Ведь я не вернулся обратно. Я даже не помню, как там. Новый, да, модно. Самый новый, самый-самый новый, самый-самый новый, да. Понятно, хорошо, спасибо. Спасибо, я... Помню, что клип был какой-то такой мрачный, красный, да? Ты зайди, посмотри, позади посмотри серию, потому что про музыку я тебе скажу, что она с клипом хорошо сочеталась, потому что там он был какой-то темно-красный, да, какой-то такой мрачненький, да, и такой какой-то прям вот тревожный, давящий, и музыка, конечно же, такая же, да. Но про что песня, я не помню, рассказывала или нет. Ну, творчество Глеба будет всегда актуальным, в зависимости от прихода в жанр новых веяний, артистов, которые будут подхватывать эти веяния и следовать за ними. Ну, какой это год? 15-й год. В 21-м году скажу да. Все правильно. Все правильно ты поешь. Так оно и есть. Самый новый. Самый-самый. Да. У него, если бы так, знаешь... Вернулись бы в прошлое, сказали, у тебя будет Million Dollar Depression. Хороший альбом, очень классный, да, прям вот как надо. Видишь, если бы, например, как бывает такое, типа, вот, я печалюсь из-за своих прошлых ошибок, знаешь, но ошибки именно приводят нас к тому, что мы есть. Вот представь себе, вот если бы он не выпустил правила, например, да, вот некоторые правила ругают, то он бы никогда не выпустил Million Dollar Depression, да, потому что вот именно правила и Million Dollar Depression, они похожи, но Million Dollar Depression, он сочетал в себя все, так сказать, аутентичные вещи, да. Сейчас послушать Уаджет, я прям смогу точно выбрать самый лучший для себя. Для себя альбом, да, но я слушала две песни с Уаджета, я, конечно, была в шоке, потому что песни очень классные. Очень классные песни, это, конечно, находка, да, давай посмотрим Crack House. Ага, хорошо. Эти ноты, они самые. Похоронены заживо, обезображены. Я слышу слезы, мы тонем в оранжевом. Что Люцифер в этих сумках вынашивал? Все любит мой, значит будет по-вашему. Все люди молят, и ебаный ад. Пиши на могиле мне опытный плач. Меня не в огне, не боли, но угад. Закрой твоих белых на моих руках. Я буду дизель там.
хватит и немало городов. Воздухом бьет тебе небо в лицо, когда ты упадешь, сука. Камехами головорез, снесет фанты, крик, сила дождя на лоб. Твою мать, это неведомый замес, бит, колесит слух. Поразит тебя человек, как и лесо. Твое тело набирает лед, Сивер. Я в 6-6-1, номер ваш убийца, доктрина не сможет. Никто ты там не побратим, убирайся вон, сука. Здесь покой, и никто не обретет. Здесь покой, 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 здесь покой. Песня мне уходит в мою любовь, в мою любимую копилку песен, любимых песен, да, потому что она хороша, она, вот этот вот сэмпл, да, тан-тан-тан-тан-тан, да, он такой прям, вот, знаешь, он звонкий, он тоненький, да, вот этот тан-тан-тан, да, какой-то вот такой резкий, и он идет на понижение, Да, и вот эти ноты, они, конечно же, очень эмоциональные. Вот эти две ноты обычно такие, наиболее эмоциональные, прям давят на все твои куда надо, да. И классно, и еще текст, конечно же, такой мрачный, похороненный, могила, смерть. Три фразы, которые меня устраивают, все, песня моя, я ее люблю, да. Хороший трек, хороший. Вот эти вот крики, скримаки, да, вот он опять вот эти свою... истерический такой флау, да, да, да. Кто я, братья? Да, ну не так, конечно, но ты понял, да, смысл. Истерический флау, он всегда наверх орет, прям, знаешь, вот визжит, да, вот именно когда истерик, потому что можно орать, вот прям орать, да, как гош, можно сгровлить, да, чтобы прям не забыли, там, а есть истерика, вот она прям вот выходит на верхние ноты, да, прям визг бывает такой, головной звук, это очень классно, да, это, конечно, прям под такую музыку это шикарно. Шикарно. Так что мы идем дальше. А, range mode Killing Spree. Вполне, знаешь, легко слушается. Прям вот не то, что... Длинные песни пугали, но... Да не страшно. В итоге оказалось... Ты соскучил, белые лошьё я набиваю из них чучело. Подхожу сзади к ней, пред глазами шлейф, не делал так, как ты просил, но протыкая нежней, прикуси язык, тебя вырежет нарцисс. Я продам сатане душу, практикуя экзорцизм. Я смотрел, как она гнется, обещая просто промо. Твои шутеры не спят, и мне уснуть во время грома. Твоя стой на пути, те, кто тащит игру. В стакане ублюдка, чистейший пурпур. Живет боль, в голове живет кур. И да, смотри, тварь, я успел дать тут тур. Мое ватное тело, они ждут перестрелок. Это I6-1 и твоя сука. Это убийца. И в гробу, сука. Это ярость, сука. Это ярость моих мол. Разного, всяко, сука, блядь. Тут по-всякому, блядь. Тут, значит, идет она, блядь. Ага, понятно все, тут типа, блядь, тут находится, блядь, или имеет вид какой-то, или место, блядь, или че вообще она, блядь. И с какой еще стороны ты на это посмотреть все? Ситуевину, блядь. Мертвая, так, кровь, говно, блядь. Говно какое-то, сука. Мертвая девочка, так зачем эта дичь? У меня накопилась дорога, блядь, опять какой-то ебаный бред. В этом и в этом возьму-ка я в руку виски. Виолы сожму отражение. Что есть слова, покажи
I6-1. Словно флешбэк, так я вспомнил, что имя мое, и оно типа есть, отвечать на вопросы мозгов. Теперь проще построить порядок и рифму замес в голове. Твои рэперы так не умеют, наверное, если б я был. Стоп! Слово рэперы выкинуть нахуй, замена вина на водицу, на капли моря, в котором мы все. Я ненавижу момент, я ненавижу тиски, я ненавижу горе, я ненавижу вас всех. Расслабься. Хорошо, короче, это, знаешь, я тебе расскажу смысл песни. А два чувака обкурились и пошли всех убивать. Конец, да, девочку там какую-то убили. Но мне кажется, это, наверное, песня странная, знаешь, тем, то, что у нее мелодия такая вот, да, немножечко. Знаешь, иногда слушаешь песню, и ты прям, ну, ты услышал, вот линия пропелась, да, и ты ждешь ее в следующий раз, ты ее получаешь. А тут как бы пропелась линия, я жду, а ее нет. Другая какая-то линия, короче, она, знаешь. Музыка бывает как ручеек, да? А тут как бы не ручеек ни разу, тут все вот, вот в разные стороны идет, да, и похоже, как будто это вообще этот фристайл, да, фристайл, как будто бы это кажется, вот прям кажется. Что здесь у нас происходит? Речь идет о состоянии аффекта, при котором возможно разрушить действие диета плоть убийства. Ну да, ты понял, потому что я говорю, обкурились, обдулись, обнюхались и кого-то убили случайно, да, и сидят такие, что было, а что все в крови, а что такое, да, вот как-то в таком рассказать, даже не состояние аффекта, а состояние вот, вот этого, да, типа, потому что аффект все равно как бы он проходит после того, как ты сделал вот это вот, вот сделал вот это вот темное дело, мёрдер, да, мёрдернул кого-нибудь, да, убил, а... И эффект проходит сразу же, да, ты типа, о боже, что я наделал, а тут нет, тут именно, да, ты понял мой расклад. Короче, едем дальше, Empire Strikes Back. Послушай, сраный лом, смотрите, смотрите, смотрите. Наши суки на кутузе, эти парни на кутузе, делай вещи на кутузе, наши деньги на кутузе, эти суки на кутузе. Я. В доме, послушай, странный рэпер, лошочки, ёпта. Потому что ты лох. На кутузе эти деньги, на кутузе эти суки, на кутузе эти парни, на кутузе делай вещи, на кутузе наши деньги, на кутузе эти суки, на кутузе эти парни, на кутузе наши деньги, на кутузе делай вещи. Послушай, сраный рэпер, тут самый убойный рэпер. Ты ешь на завтрак то, что я готовил 2 недели. Я еду плавно, чтобы на меня смотрело время. И твоя тёлка тоже в доме, она смотрит в щели. Я самый грязный рэп в квартале, кто не с нами лох. Лошочки кроме батя в доме, а ты лишь сынок. Я отвечаю за замес, флоп, будто Зевс из молнии. Я оставлю в храме мест, мне девы моют ноги. Здесь I6-1, a.k.a. скрытая угроза, a.k.a. пиздец, подкрался незаметно. Послушай, сраный рэпер, мы здесь не оставим мест. Я в рэпе, будто в храме громовержец Зевс. Но качает. Который час, время, денег на кутузе. Я плюю в тебя, Иисусе. Лошочки все в квашеной капусте. Это мой кровавый спорт, где же мой напульсник? Вырытый я моим всем, сука, кутуза дымится весь день. Сука, следи за тем, что ты пиздел. Сука, когда ты вошел на проспект, сука. Я летаю по бетам, тысячелетний сокол.
видя пару на проспекте, ты тотчас же мокрый. Хотел нахаслить тут, но ты взял за щеку. Их куплеты мокрощелки, мой куплет трущобы. Это фантастика, нет, лох, слушай. Толстый джойнт в огне, мой ужин. Лохи не выводят, ведь копов тужат. Кутузы, ёпта, кутузы, ёпта, кутузы, ёпта. Суки на кутузе, эти парни на кутузе. Делай вещи на кутузе, наши деньги на кутузе. Эти суки на кутузе, эти парни на кутузе. Наши деньги на кутузе, делай вещи. Понятно, короче. Ну, знаешь, что непонятно? Я не узнала, что такое кутуза. Но я поняла, что этот трек... Весь трек прямая отсылка к творчеству Оби-Ван Кеноби. Не знаю, кто это. Ну, вот мне откроет сейчас Genius. Оби-Ван Кеноби лирикс. Хорошо. Ака, скрытая угроза. Хорошо. 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 Не знаю. Не слушали. Вот это вот я бы точно такое запомнила. Хоть я не фанат «Звездных войн», я даже тебе скажу по секрету, смотрела, не смотрела ни новые, ни старые. Может, старые смотрела 100 лет назад, даже не помню, да, и то вот таким вот всплеском. Не очень люблю, на самом деле, такую тематику. Да напиши, как тебе нравится ли. Да, может быть, меня вдохновит твоя любовь к «Звездным войнам», и я их посмотрю. Да, но не сейчас. Про единого рэпера, взявшему свой никнейм персонажа «Звездных войн», магистра Оби-Ван Кеноби. Хорошо. А да, и как? Вот тут все, я плыву 100%, потому что... Это что? Это трек отсылка. То есть это не Стёп. Это не Байт. Или это Стёп и Байт. Да, я вот даже, знаешь, как не могу понять, что здесь так. Здесь ISX1, АК, скрытая угроза. Очередная отсылка к творчеству Оби-Вана, у которого данная приставка является фирменным Adlib, который он также использовал в начале своего раунда. Хорошо, так а тут какая отсылка? Позитивная или негативная? Но, скорее всего, вот я плюю в тебя из УЗИ. Наверное, все-таки негативная, да? Но что такое кутуза? Ой, без тебя не справлюсь, не могу, да? Но музыка, она такая, знаешь, такая тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Ну, это другая песня, на которой она пела. На любом случае, интересный трек. Немножечко нету эбаута. Вообще нифига нет. Нифига. Нет. Мелодия спокойная, да, вот эти вставки, вот эти... Да, и ты такой... Меня такой расклад устраивает очень сильно, но я не понимаю песни. Вот эта песня, все, она меня в ступор ставила, значит, идем дальше. Последняя песня. Вызовите скорую, говорится. Call the ambulance. Империя наносит ответный удар. Думаю, Empire Strikes Back. Чуть отбивается. Наносит ответный удар. Короче, понятно все. Дальше поехали. Call the ambulance. Вот Hotline Miami игра, не знаю. Не слышала. Не играла. Не видела. Мне не видно пути, я не знаю, веки не держат глаза. Мой облачный мир раскололся на части. Все мое сердце горит, его пламени мир освещает. Плачу над телом, любви не вернуться назад. Любви не вернуться назад. Свет лишь тонкая нить. В тумане не видно пути, я не знаю, веки не держат глаза. Мой облачный мир раскололся на части. Ведь все мое сердце горит, и во пламени мир освещает. Я плачу над телом, любви не вернуться назад. Любви не вернуться назад. Может,
кричать, у меня психи как угодно. Не хочу тебе обещать о том, что ты не прав. Нет никого, кто обладал бы своим мнением настолько сильным, что молчал о нем всю жизнь, не говоря слова. Ангелы не курят дерьмо никогда, их очень мало, но я точно знаю, у меня их два. За порушенными тропами всегда находят лучи света, когда рядом тьма. Я иду по умолчанию, тот, кто надевает маски, тот отчасти ты за гей круг. Все так нелепо, когда у тебя нет власти над собой, то есть как тебя ведет кабум. Ты играешь каждый день в эту игру напрасно, однажды ты поймешь, что ты уже труп. И тогда ты пойдешь убиваться на рубеж, как у себя, мой друг. Это лишь тонкая нить, в тумане не видно пути, я не знаю, и веки не держат глаза. Мой облачный мир раскололся на части, все мое сердце горит, его пламени не освещая, плачу над телом, и вели вернуться назад, и вели вернуться назад. Света лишь тонкая нить, в тумане не видно пути, я не знаю, и веки не держат глаза. Мой облачный мир раскололся на части, ведь все мое сердце горит, и во пламени мир освещая, плачу над телом, любви не вернуться назад, любви не вернуться назад. Себе не понять, это просто абсцесс. Скажи, сколько дерьма во мне, тоже проценты. Не смотришь в глаза, там открыто окно, что скребет по стеклу, там вдали аэропорт. Пара лучей, тени громадные, как грудь из стекло, с нее крови на мрамор. Я слышал о ссорах, я слышал о планах, там трубка пищит. Отвечать еще рано. По вылову нет темно-красного моря. Кассета, роксет, в сером ящике хоррор. Все блоки дерьмо, там сирены от скорых. Фигуры за дверью, шаги в коридоре. Затвор передернут, не терпится стать в руке смерти патроном. Один для себя, как пойму, что гейм овер. Хотя недоступен, не вычислив номер. Хорошо. Ну, такая песня, такая расслабляющая. Опять же, да? На подумать, да, песня для подумать. Так, что произошло? Давай немножечко посмотрим. Все это лишь тонкая нить, это сама Six One. Федор не знает, что будет дальше, предстоит его жизнь. Ну, смотри, Cold Ambulance, это вызовите скорую, да. То есть, возможно, здесь вот именно про лирического героя, который что там случилось, авария, он умирает, да. Вот ваша света тонкая нить, вот прям еле-еле видно, да. Либо это, может быть, там еще сэмплик такой был, знаешь, похожий на такой... Тут, знаешь, как вот аппарат, который сердце там, когда лежит человек при смерти, да, там в реанимации, там тут, тут, да, потом тут, да, вот как-то такой расклад, да, я плачу на тело, любви не вернуться назад. Давайте-ка есть образ маньяка-убийцы. Да, мы знаем. Вероятнее всего, он убил свою очередную жертву, в которую он был влюблен. Очень романтично. Вообще. Даже не знаю, нет, это не романтично. Красиво написано. Если ты это любитель художественной литературы, да, в жизни, конечно, все не так радужно, да? Ну, да, наверное, вот здесь вот он как раз такой. Ну, интересно, на самом деле, Six One, маньяк-убийца. Прикольно. Я такого не знала, кстати, только сейчас въехала, что происходит, да? Можешь отличить меня от психа, как угодно. Многие пытаются убедить себя, что Федя на самом деле нормальный не псих. Ну, а если не хочет разочаровывать собеседника, правда, ведь Федя уже зажил за маму, идем убивать. Ведь трек является отсылкой к игре Hotline Miami, где главный герой держим убийством. Хорошо. Да? А что это? Это Sega? Это Dendy? Что это за игра такая? Я не знаю. У меня на самом деле, знаешь, как вот что интересно, у меня никогда не было Dendy. У меня была Dendy ровно день. Один день мне принесли ее, я в нее поиграла один день, потом мне сразу принесли 16-битную Сегу, да? Да, потому что Денди сколько-то бит? 8 бит, а Сега 16 бит, да? Естественно, я в Сегу писала играть. Потом плойка, PlayStation, первый, второй, и то не у меня. Мне пришлось ходить, чтобы играть. Потом же компьютер, да. И, конечно же, я такую игру вообще раз вижу. Может быть, она же такая какая-то странная. Реально, либо Сега, либо... Ну, Сега, наверное, потому что бит побольше. Да, короче, не знаю эту игру, в любом случае, наверное, я в такие игры не играла. И, кстати, вот на Сеге, вот сейчас я люблю хорроры поиграть, а на Сеге вообще в них не играла. Вот вопрос, почему? Это вопрос, который меня сейчас замучил, блин.
поиграть надо. Знаешь, такое ощущение, когда, знаешь, ностальгия нападает на тебя, ты сразу, знаешь, игры, там, не знаю, книги, фильмы, которые пересмотрел в далеком прошлом, и ты думаешь, блин, надо пересмотреть, надо переиграть, надо перечитать. И вот мне сейчас такое напало ощущение, и я думаю, это выход, это реально выход. Так, давай еще фары, почитаем, что происходит. Тебе понятно, это просто абсцесс. Абсцесс – это гнойник, скопление гноя в органах и органах. Автор имеет в виду наличие огромного количества... Да что не так? Огромное количество наркотиков в теле. Хорошо, настолько много, что процесс гноения уже запущен. Ну, все плохо. Ты... Да, какой-то, знаешь, кстати, вот если вот у наркоманов, которые колят руки, у них вот прям абсцесс переводит того, что им ампутируют руки. Ну, ты понял, ты знаешь, как это происходит. Ампутирует. Так что пускай это тебя отпугивает. Самый страшный жесть. Так, ты не смотришь в глаза, там открыто окно. Глеб поймал приход, его зрачки расширились настолько, что их можно сравнить с открытыми окнами, через которые девушка видит работу. Хорошо. Да, в аэропорту такие, всегда такие окна, скажу тебе. Вот это вот, опять ты недоступна, не вычислишь номер. Очередная отсылка к линейке игры Hotline Miami. Глеб слышит шаги за дверью, так как стоит на улице, собирается с мыслью перед зачисткой, как главный герой игры Джекет. Как и сам герой, Глеб жаждет убивать ее, да, потому что она недоступна, один без тебя, как моему, что гейм-овер. А, то есть как бы ему надо до гейм-овера убить ее, а ее найти трудно. Ну, короче, песня такая, знаешь, как бы она граничит... Она очень тонкая, да, тонкая, то есть как бы здесь все зациклено на вот это вот Hotline Miami убийство, да, как бы, возможно, это нам... Все равно как бы здесь нет зеленых вкладышей, это значит, что... Иностранцы. Исполнители сами не заходили, не читали и не подтверждали вот это все написанное. То, что здесь написано, это чисто теории, да, и мы можем сами сейчас придумать свою теорию. Мне кажется, да, то есть, может быть, Hotline Miami здесь есть как часть, но вот видишь, там тема про любовь была, да, то есть убийство и любовь. Какая-то такая тема, да, еще если посмотреть на Rage Mod, обложку, да, там как раз они вдвоем стоят на фоне огня, да, и все такое вот агрессивное, да, то есть здесь весь альбом, весь этот EP, да, пронизан вот этой тематикой убийства, да, как вот ты помнишь Red Room, да, то есть такая вот схема, такой какой-то социопатия, да, то есть социопатия, жажда убивать, да, и причем даже если ты влюблен, жажда убивать, даже если ты ее ищешь, да, ради непонятно чего, да, чтобы гейм-овер в каком смысле, да, гейм-овер, потому что гейм-овер, это когда ты проиграл, да, у главного героя задача убить всех, я так понимаю, да, если он убьет всех, это хороший, ну, это как бы, ну, как бы гейм-овер, но победа, да, а здесь может быть гейм-овер, типа, все, убивать не буду, давай забирай мою подружку, пойдем жить с несчастливой, чаечек попивать, да, может быть, в таком раскладе, да, здесь вызывайте скорую, да, вызывайте скорую, наверное, потому что либо кому, либо им, либо их жертвам, да, здесь, конечно, тоже оставляет такие вопросы, ты, если что, пиши в комментариях, как тебе кажется, причем тут вообще, ну, да, то есть тут про психопатию, социопатию, да, убийство, патроны, оружие и игра. Мне на самом деле сложно, знаешь, как бы вот есть какие-то идеи классные, но они так разбитые, что их просто не могу собрать вместе. Но мне кажется, вот в этой песне есть какая-то прям классная-классная тонкая черта. Хорошо. Конечно же, Крокаус, спросишь ты мою любимую песню, вот она. Давай еще вот это вот, трек-лист плюс альбом арт, давай посмотрим альбом арт. Альбом арт, альбом, да? Ну вот, да, да, такие вот как раз красные огни. Rage Mod, да, стен эффекта. Rage — это гнев, это же такой зло, angry злой, а rage — это прям вот сильно злой, да? Гнев, ярость, да, ярость, да. Скопление бенгеров, подрывающих сознание, проникая в самый клуб изнутри, рассказывая федерал за окном, проданных зипом, по стусторонних мирах и прочей несуразице. В рамках данного релиза становится обыденностью, намного более сумасшедшей, нежели Пейбл. Да. Чего стоит он один лишь трибьют Оби-Ван Кеноби в Empire Strikes Back? Трибьют. Инструменталы Stereo Rise придают подобной бомбе замедленного действия особый шар. Тот, под который хочется выйти на улицу и напалмом сжечь каждого неверного. Ну да, такой вот огонь, агрессия, да, вот тут все, конечно, это есть. А все? That's it? Это все? Я-то думала, это альбом арт.
Ну да, альбом арт, кавер, да. Да, как раз вот у него, видишь, огонек, это сигареточки, которые он там... А этот уже курит, да? И тут у него на футболке всякие чувачки, компьютерный игрок. Ну, это, наверное, вот его татухи, да? Ну, короче, интересный альбом в любом случае, да? Он агрессивный, он... он агрессивный, но в любом случае мы встретили и песни, которые расслабленные, да, но выдержано оно все в одной тематике. Это, конечно, интересно. Но я скажу то, что Payball мне понравился больше. Вот как-то вот больше зашел здесь. Мне понравилась песня Crack House, потому что хорошо. Ну, Ладушки, еще какая-то песня была, которая прям... А, Enemy of the State, да. Crack House, Enemy of the State. Остальные, конечно же, да. Я уже, знаешь ли, могу в носом воротить спокойно, да, потому что сколько мы с тобой переслушали альбом Фараон. Могу носом воротить, сказать, знаете ли. Хочу что-то особенное для себя, да. Я жду, когда мы будем слушать Уаджет. Мы будем Уаджет уже слушать скоро, потому что ты смотришь эту серию, значит, мы еще ближе к Уаджету, да. От Уаджета у меня очень хорошие ожидания, и я знаю, что они подтвердятся. Вот прям знаю все. Так что вот такой вот расклад. Если понравилась моя реакция, ставь лайк, подписывайся на канал, Инстаграм, ВКонтакте, Прибедлин, мое личное творчество, пиши в комментариях, что ты думаешь об этом эпи. Нравится ли он тебе? Payball или Rage Mode? Или, может быть, Puckshery, да? Мы слушали все. И до новых встреч. Пока-пока.